На Смоленской АЭС подвели итоги конкурса плакатов и видеороликов по охране труда. Всего в конкурсе приняло участие 64 работы. Все работы были яркие, очень интересные, судить было сложно. Как бы каждому хотелось дать призовое место, потому что действительно работы очень достойные. И видно, ну, как бы не формальное участие, а именно вовлеченность. Надеюсь, что все присутствующие будут участвовать в аналогичном мероприятии в следующем году. Авторами плакатов победителей стали: третье место – Артем Турченков, Анастасия Куртина и Лариса Прудникова, Владимир Шведов. Второе место – Ирина Науменкова, Оксана Подрез, Анастасия Сидорова, Екатерина Титаренко, Светлана Караулова и Евгения Волкова, Евгений Сотников. Первое место – Ирина Козлеева, Сергей Черемных. Авторами видеороликов победителей стали: третье место – Михаил Шамшурин, Анастасия Фонтаненкова, Антон Логинов. Второе место – Дмитрий Козырев. Первое место – Наталья Терлецкая, Олеся Симоненкова, Лариса Олейникова, Марина Тукай, Вячеслав Васин. Приза зрительских симпатий был удостоен Игорь Байбиков.